Я в школе работала, сейчас на пенсии. 20 тысяч. 20 тысяч, это реальная, да? Да, и зарплата такая же учителей. Вот. Маленькая. А достойная зарплата какая должна быть? Ну, 1040 под семьей. 1045-40 минимум. 45-50, наверное. Минимально 50 тысяч должно быть. Это где? Это в образовании. В области преподавания. Порядка 40 или 50 тысяч. Хотя бы 1040. Не хотелось, чтобы была бы составляла заработная плата 40 тысяч рублей. 50, вот 50 и выше. Да, конечно. По минимуму говорю. Ну, 1070. Давайте я не буду говорить, сколько должна быть. Я просто свое мнение выскажу по поводу того, что озвучивают, что средняя заработная плата, да, по области у нас 43 тысячи. Могу сказать, что это неправда. Я судья в отставке. Я думаю, это одна из немногих профессий в нашей стране, которая достойно оплачивается. Желаю всем такой зарплаты, как у нас.